Стресс – враг разума. Мужчина воспринимает его как противника, с которым нужно бороться. Он сжимает кулаки, старается подавить его, но чем больше он сопротивляется, тем сильнее стресс нарастает. А женщина? Она смотрит на стресс иначе. Вместо борьбы она принимает его как непрошенного гостя. Превращает хаос в энергию, использует его для творчества и роста. В этой битве не всегда побеждает сила. Иногда победа – это умение адаптироваться, находить гармонию в хаосе. Так кто же победит? Возможно, это не вопрос победы, а вопрос понимания.